Это видеоблог. Первая часть. Все решено, сейчас я пойду, иди-ка напьюсь. Блять. Вчера купил конверсы. О, God, do you believe in love after love? Хочешь увидеть, как я танцую? Хочешь? Сейчас покажу. Вау, слушай, ты классно танцуешь, наверное, где-то занимался? Это так вот все, я наебать шоу до 5 утра. Скейтеры, говно! Сука, что ты нахуй сказал? Я похудел, не надо! О, что за... Не, ну здесь реально полный срач. Здесь надо бы убрать. В общем, была одна такая ситуация. Еду я на доске по городу и вижу в кинотеатре вывеска нового фильма «Пипец 2». И я вот 15 минут вот это... Все, сзади тёлки сидят, блядь, я хочу подойти поздороваться, познакомиться, блядь, нет, я стою, блядь, вмыкаю на вывеску, сели, все, вниз. Блядь. В общем, подхожу я к нему. И он мне говорит, что на школьника похож. Уйдем. Да. Он меня снимает, представляешь? Да. Короче, ты её знаешь? Прикольно. А мы сейчас проверим, короче. Крест. Это крест. А, короче, проверяем, как горят фотографии. Говорю вам. Тест-драйв. У меня крест рычит. Ебать, она плавится охуенно. Ай, горячо, у меня пальцы горят, ребята. Ай. Как я подержал? Ай, горячо. О. Еще. Тут мы нашли еще. Гори ясно, чтобы не погасло. Смотри, как она гниет. И крест тоже там позади подглядывает. А! Life's a beautiful life, I'm gone. Пошел. На меня крест держит. Еще одна осталась. И сейчас, короче, у нас... У меня оно закрыто. Сейчас 4.56. А какой хуйней маетесь вы? Ой. Это сделать лучше так. Смотри. 4.53. А какой хуйней маешься ты в это время? На улице ночь? Сзади меня крест страшный. Этот крест хочет меня сожрать. Ой, опять. Палево, пальцы горят, ай, горячо. Полное погружение. А ты, что мне больше всего нравится, так это крест. Он живой. Упс. Меня заебало спалить. Блять, мне нравится эта картинка. Скейтер, не хуйня. Видеоблог закончен. Подпишись на канал, ссылочка вот здесь. Ты видишь ссылочку? Это ссылка на канал. Подпишись. И тут сейчас у нас 4.53, и у меня вопрос. Какой херню ночью маетесь вы?
играете, спите, смотрите, дрочите. В общем, свои интересные ответы оставляйте внизу под видео в комментариях. Самые лучшие попадут в следующий выпуск. А, да, еще в это время у нас есть тут Биба и Боба, два долбоеба. Упади! Взорвись нахуй! Мне пиздец.